Как размножить ежевику? Как размножить ежевику? Вот ежевика. Вот такие кусты идут, ветки. Вот она с земли идет. Берешь веточку и сюда, в бутылку так вставляешь. Две веточки, допустим, в землю с водой. И она там корни пускает. Второй вариант тоже. Берешь веточки. Вот. Веточки наклоняешь и прикапываешь сюда. Вот канистры, корица вырезанная. Вот три ветки. Вот от таких вот три ветки сюда. Раз. Прикопал. И сейчас смотрим, что у нас тут. А у нас тут корни. А у нас тут корни. Вот одна веточка, вот вторая веточка. Видите, сплошные корни. Вот это уже корни все. Вот уже пустили корешки. О, видите? Видите, сколько корней. Видите? Это все корни. Я их сейчас ножничками их отрезал уже. Вот, отрезал ножничками. И сейчас пойдем, будем высаживать. Вот вдоль забора. У меня там сидит две. Это третья. Вот четвертая. Вот они. Вот они идут. Вот я сейчас посажу здесь еще одну. Вот лунку выкопал. Сейчас аккуратненько. Надо как-то достать черенок. Как его, чтобы меньше повредить. Видите, сколько корней. Это все корни. И червячок даже есть. И вот так мы сюда. Здесь навозом сразу у меня. Вот, и мы ее на зиму. Уже, наверное, поздно садить. Сегодня 31 октября. Ну, пусть. Вот, посадили. Не знаю, правильно так или неправильно. Может, или может обрезать больше. Не знаю. Но это хвост ветки. Это хвост ветки. Идет здесь хвост. Ну, вроде бы так. Вот. Эту штуку я... Вот веточка, да? Я ее, эту штуку прикопал. Она пустила корни. И потом здесь отрезал. И вот получилось, что у меня еще две веточки есть. Так, сейчас берем, будем выковыривать второй. Но я одной рукой без ничего беру прямо с этой, с этим навозом. Вот, чтобы его как можно больше сохранить. Увидите, где корни. Беленькие это корни. И вот лунка. И вот эту луночку глубоко слишком. Так, подтащим земли немного. И вот так вот, видите. С корешками. Совсем. Всей этой землей. Засыпаем. Немножко чуть-чуть утрамбовать. Затем водой прольем хорошо. И я думаю, это я первый раз так делаю. Посмотрел в интернете. Так, ну и последняя. Последняя ветка возьмем. Все это корыто туда высыпем. Видишь? Вот. Опять же, где она здесь? Эта ветка, чтобы ее всю взять. Чтобы меньше повредить корни. Так вот, видите? Белые корешки, это все корни. Так. И этот весь навоз.
сюда тоже. Раз. И засыпаем землей. Во, и у нас получилось 3 саженца ежевики. Как так начисто, вроде бы сорт. Крупная такая длинная ежевика. Вот. Здесь мне тоже прикопано. Смотрите, как. Видите, как вот идет и резко головой в канистру. Тоже должны быть здесь саженцы. Тоже так отрежу потом. И здесь прикопаны тоже. Но тут прямо в землю прикопаны. Еще не знаю, не смотрел. Как-то так. Надо сейчас полить. Так, включаем воду нашу. Вода. Вот, поливаем один саженец. Обильно. И третий рядом, на саму ветку бельем рядом, вот так вот закрываем еще. Повторно везде норы везде этих кротов. Все, закрываем воду. Саженцы наши посажены. Ежевика крупноплодная.